Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. Ну что же, забираем наших ребятулек с тренировки. Так, они все у нас тут натренировались. Интересно, кого-нибудь улучшим сегодня или нет? Хотелось бы мне посмотреть. Нет, к сожалению, ничего сегодня не получится. Так, давай заберем тогда здесь. У нас 431 гем. Буквально еще 70 гемов, и все будет хорошо. Так, посмотрим, что у нас на арене. Ну, я получаю, ребят, всего лишь 5000 голды. Естественно, меня сбросили. Хотя я там был на 10 месте, если я не ошибаюсь. Очень тяжело вообще там сейчас пробиться. Так, ежедневное испытание. Давай посмотрим. У нас разыгрывается тигр. Это, кстати, очень хорошо. Так, прыгун. Жаба с пушкой. А кого я могу взять? Если всех... Так, ну давай прикинем. Если я возьму базу молотильщика. Ребят, я почему-то не уверен, что мы с вами можем этот уровень пройти лишь из-за тигра. Давай посмотрим. Прыгун. Ну, блин, ребят, ну это жесть какая-то. Вот такой командой я здесь должен как-то сыграть. Одну заходку сделаем, так уж и быть. Посмотрим, ребят. Но это вряд ли. Ну как тут против тигра 86 уровня я должен воевать, а? Когда у него массовая атака есть, вы знаете, это прекрасно. А у меня такие воины. Серьезно, ну просто смешно. Ты смотри, что происходит, ребят. Просто смешно. Естественно, естественно, он отбрасывает самурая. Тут ничего не сделаешь. Это мы только с одним бородавочником сейчас деремся, ребят. А там еще тигр должен выйти. Вот он, уже идет. Ну, предположим, я сделаю вот так. Так, ну что, мы сможем тут? Ага, разбили. Ну, естественно, ребята, тигр своим могучим прыжком. Так, опять выходит этот бородавочник. Ничегошеньки у нас, ребята, что-то не выходит. Еще и прыгун. Ой-ой-ой-ой-ой, а прыгун, нет, он не ускоряется. Это, конечно, хорошо, что он без ускорения. Но как нам его бомбить? Вот, если только с помощью молотильщика. Смотри, что происходит, ребят. Зачем? Зачем я так сделал? Во! Как вам такой эффект, ребят, а? Эффект бабочки. Одна лишь смерть тигра привела к тому, что весь мой отряд уже лежит, как говорится, на дне морском. Ой-о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 й. Ну, конечно же, как ты можешь справиться с этим прыгуном? Да никак. Бесполезно, одним словом. Ну, вы сами прекрасно видите, ребята. Тут даже не говорите о том, что тут надо было самурая подкачать. Это бы мне тоже никак не помогло. Вообще никак. Ой. Молотильщик, причем, когда погибает, даже не выпускает свою циркулярку. Не вариант все-таки, я думаю. Никто не может просто-напросто пройти. У него и стрелки есть. Ну, в общем, все, что нужно. А у меня какие-то медленные тихоходы. Можно было бы, конечно, и лучницу взять, но она не прокачана, и от нее здесь, поверьте, эффекта вообще никакого не было бы. Ну что, я применяю фаербол. Он здесь, кстати, очень хорошо использует ульту. Вы заметили, да? Постоянно он ее бросает. Вот и... Оу, откуда? Откуда, ребят? Ну, конечно же, из коконов. Из коконов влупляются вот эти вот улитки. В общем, фейл стопроцентный. Тут даже, ребята, говорить нечего. Бесполезняк. Я это сразу понял, но сыграл, чтобы вы убедились и не говорили, что вот, можно было пройти. Нельзя было, ребят. Такой отряд, который мне дали, пройти нельзя. Ну что, поехали тогда на основную сюжетку. У нас, ага, я вспомнил. Ага, еще и здесь не пройдено. Так, а что у нас здесь-то? Ага, значит, лорд пустоты. И мы его не смогли в прошлой серии забомбить, да? Значит, что нам надо сделать? Взять вот этот вот, наверное, отряд с друидкой и попробовать, как пойдет. Кстати, сегодня, может быть, мы с вами заработаем 86 уровень. Не даю, конечно, вам 100% гарантии, но постараться можно. Тем более, если у нас будут победные, как говорится, уровни, все пройдены. На победу, я имею в виду. И без всяких компромиссов. Так, ждем, ребят, ждем. Тут у нас лорд пустоты. 500 маны я накопил. Поэтому мы будем здесь, ребят, работать с вами через, естественно, друидку. Только через нее будем здесь разруливать ситуацию. Ну и, соответственно, прикрывать всеми доступными способами.
Так, видите, как тотем нам тут помогает. Оп, и нету этого хламона. Так, сейчас его похитят. Да, к сожалению, его похищают. А, он еще и вот так делает. Он его, ребята, еще, как говорится, на свою сторону сделал. Так, тритон. Вау, тритона просто снесло. Кидре не фени. Я знаю, что сейчас с минуты на минуту, ребята, должен появиться этот лорд пустоты. Я просто жду. Вот он и вышел. Так, ребята, а теперь, как говорится, никаких шуточек, прибауточек. Давай пытаться. Давай пытаться. Ну-ка. Вот этого я и боялся. Я вот этого и боялся как раз. Он делает свою ульту. Я имею в виду лорд пустоты. И смотрите, что сейчас будет. Всех в кучу. Ну и так далее. Он так и будет нас, ребята, с вами отталкивать. Хоть друидка, конечно, и пытается что-то сделать. Но, по-моему, бесполезно. Хотя... мы отхиливаемся. Так, пришелец там, ребята, кого-то против нас навострил. Не могу понять, кого. А мы, опять же, с вами здесь, скорее всего, из-за времени не сможем пройти. Мне почему-то так кажется. Просто не хватит времени, элементарно. Да чтоб тебя! Ну ты посмотри, что он делает, а! Мы его подбили. Ребята, мы его подбили, но времени 28 секунд. Ну куда? Ну ты... это ни в какие ворота не входит. Не-а. Ни в какие абсолютно ворота не входит, потому что, ну, 18 секунд, не успеем. Здесь нет, к сожалению, никакого. У нас ускорение. И я немножечко расстроился. Я, честно говоря, думал, что мы сможем пройти. Ничего подобного не получилось. А знаете, что я сейчас подумал? Хорошо. Ведь мы можем ему базу забомбить с помощью прыгунов. Да, и это, кстати, будет, наверное, самый оптимальный для нас вариант. Я, наверное, сейчас возьму такую команду, где у нас будет прыгун, молотильщик. Кто там у нас еще? Ну, разбойника брать не стоит, потому что он у нас не прокачанный. А так бы можно было бы. И всеми вот этими невидимками и прыгунами можно было бы спокойно забомбить ему базу. Страж, конечно, страж много здесь еще делает противного для нас. Он просто как каменная стена, как каменная глыба не дает нам пройти. Ну что, давай предположим... ведьма, да? Ведьма. Здесь у нас ниндзя, ронин. Вот надо с этой командой, наверное, скорее всего, нам что-то делать. Дед вряд ли здесь нам как-то поможет. Давай попробуем, короче, вот здесь вот сделать небольшую... перезагрузку, трансформацию. Короче, будем сейчас с вами менять этот отряд, который уже у нас, как говорится, устоявшийся. Но, тем не менее, нужно здесь его немножко доработать. Так, ниндзя нам здесь не нужна. Некро здесь нам тоже не пригодится. Давай прикинем. Прыгун. Это хорошо будет для нас. Прыгун — это замечательно. И, например, так, кто бы мог очень хорошо бомбить? Очень хорошо бомбить, например, зомби. Он бы мог довольно нехило. Или же взять молотильщика. Ха-ха. Молотильщик, если будет выпускать, ребят, свою пилу, циркулярку, он будет сносить и тритонов, и практически там много кого. Давай попробуем. Мы все равно, ребят, ничего с вами не теряем. А попытка, как говорится, есть попытка. Фух, поехали. Все-таки я должен пройти этот уровень. Я, ребят, раньше мне как-то было пофиг, понимаешь? Главное, прошел и прошел. А теперь вот нет, в последнее время, последние эти месяцы игры, ребята, мне нужно идеальное прохождение. На низшие, как говорится, я не готов и не хочу. Так, ведьмы, это, конечно, все хорошо, что мы ее вызовем. Но против лорда пустоты она здесь бесполезна. Потому что он, ребята, делает свою имбовую вот эту вот ульту, против которой ничего не сделаешь. Ее нельзя никак не отразить. Ну, вообще ничего нельзя сделать, ребят. Плюс у нас еще, кстати, здесь очень хорошая ульта. Не стоит об этом забывать. Давай-ка я так прыгу на вызову. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Вот, забирай зомби. Забирай зомби, мне не жалко. Так, вот перепрыгнули мы. Так, погнали теперь. Вот так сделаем. Вот, ребята. Ну, вы поняли, да, что я хотел этим сделать, чтобы вот как раз потихонечку и бомбить ему базу. Ух ты!
Слушай, ну что-то вообще, ребята... Как вот... Как вот это можно понимать? Он вообще ничего не сделал. Он выпустил всего лишь одного пришельца и все, и сдулся. Вот так, ребята, вот называется, поменяли с вами команду. Так, ну что у нас здесь? А здесь у нас прыгун, банши и голем. Прыгун, банши и голем. Слушай-ка. Я, наверное, менять все-таки ничего не буду. Давайте попробуем таким же... Нет, секунду. Нет, все-таки придется этим отрядом играть. Знаете почему? Потому что расстояние у нас здесь маленькое, и прыгун будет очень часто выходить. Хотя бы здесь друидка не помешала. Она может залечить нам базу. Ладно, сейчас посмотрим. Ага, выходит голем. Голем почему-то вышел первым. Ладно, ребята, мы с вами попробуем сделать вот так. И прикрыть это все дело молотильщиком. Фигня, конечно, получается, да, на самом деле. Так, давай бабку эту снесли. Шикарно. Так, выводим молотильщика нашего. Ребят, секунду на секунду будет прыгун, вот он. Так, попробуем. Да куда ж ты, ё-моё, ну... Как она, блин, я не знаю, ребят. Перепрыгнул этот говнюк, к сожалению, умудрился как-то. Я, честно говоря, думал, что он попадет все-таки на мою рыцаршу, да? Вот на эту, мага-воина. Но не тут-то было, блин. Да, тут, конечно, не айс. Так, ураганчик. Как говорится, карта в руку нам легла. Сама причем. Ладно, поехали, с ульты начнем. Так. Нет, тут какая-то фигня, ребят. Если честно, тут какая-то фигня. Не получится у нас здесь этим отрядом пройти. Здесь надо что-то другое. Здесь вот хорошо бы пошел. Ты посмотри, а. Ты посмотри на этих банч, а. Ну вот так вот здесь только. Нифигашечки хорошего у нас тут не получается. Голем слишком крепок, чтобы его, ребят, пробить. Нахрапом не получится, понимаешь? Ну и банши, как всегда, тут горлопанка орет, встанет. Да и наносит довольно неплохой урон. Это видно сразу же. Ой-ой-ой-ой-ой. Все, разнесли нам базу, к сожалению. В общем, этот отряд здесь явно не подходит. Слушай, а что ж тогда нам делать? С друидкой пробовать, что ли, а? С друидкой, мне кажется, тут тоже как-то не особо хорошо зайдет у нас все это дело. А вот тут? Вот тут еще, кстати, можно попробовать. Давай попробуем, ребят, с вами. Может быть, все-таки дед и вся остальная здесь рабочая структура нам поможет? Ладно. Так, кто там у него? У него первый обычно идет голем, да? Ну, голем, если мы с вами сможем, по крайней мере, задержать джаггернаутом, а дальше вызвать баллисту. Мы обычно, по-моему, так с вами работали, да? По-моему, так у нас все должно было выходить. Единственное, что мы с вами фейлили, это на контре именно прыгуна. Прыгун здесь выходит и начинает нам, как говорится, мозги компенсировать. Но если постараться, если попытаться... Вот он, ребята, выходит. Мы попробуем его взять фаерболом. Да куда ж ты бросаешь-то, ё-моё, ну? Ну серьезно, что за дела-то? Фаербол должен был лететь в прыгуна. Нет, он куда-то там летит вообще. Куда угодно, только не в него. Это, я считаю, ребята, нечестно. Вот на самом деле, это нечестно. Вот он опять вышел. И как мне его тут задержать? Ну давай попробуем. Вот так как-то. Он сильный, гад. По уровню, ребята, он превосходит меня. Так, что у нас там? Там вообще какая-то каша-возяша непонятная получается. Фаербол. Вот. Кстати, заморозка, ребята, у нас тут. Ну, где там прыгун? Вот он, прыгун. А почему не зар... Заморозка просто не захотела срабатывать. Вот и все, ребята. Она просто не захотела срабатывать и... Сказала, иди ты, Рейн, знаешь куда? Подальше. Обойдешься без этого, да? Без заморозки, блин. Давай так, ураганчик. Ураганчик, ребята. 57 секунд. Может быть, каким-то чудом и получится у нас пройти. Может быть. А ну-ка, фаербол, бумс. Так, опять прыгун, ребята, опять прыгун. И он в ускорении. В истерике. Я не... Я хотел сказать, не удивлюсь, если он сейчас не завалит базу. Но мы все-таки опередили. Отличненько. Ух, пока идет все хорошо. Так, здесь у нас когтистый, длиннорукий скелет появляется.
Но это лучше, ребята, чем прыгун, поверьте мне. Я даже думаю, что вот этот отрядик здесь очень... здесь очень хорошо зайдет. А зайдет ли он? Давай попробуем. Вот он, ребята, вот он, этот когтистый. Что же, будем, как говорится, отбиваться от этого олуха. Он, ребята, и воздушные цели, напомню, подбивает, и наземные. Поэтому нужно его как можно быстрее уничтожать. Выходит големчик. Ага, и сразу же когтистый, ребята, и сразу же когтистый. И сразу же еще и банши. И все... все-все-все, кто здесь вообще может выйти, ребят. Все, абсолютно. Так, попробуем, ребят, через ульту сработать. Ага, хорошо. Давай вот так вот сделаем. Довольно неплохо для начала. Совсем неплохо, я тебе скажу. Так, БФГшек, может быть, парочку, а? Во, отлично, бомбим. Так, БФГхи, давайте, давайте, не сдавайтесь, родные мои. Так, стреляем, стреляем, не подходим близко-то. Зачем ты подходишь так близко, так под когтистого-то, ё-моё, ну. Нет, ребята, бездари просто-напросто какие-то. Зачем-то лезет прям под... под удар. Когтистый там стоит, а он... не знаю, что с ними тут делать. Так, давай, давай, хотя бы вот так вот. Этот испугался, это нам на руку. Тут големов, ребят, целая куча. Просто целая куча идет. М-м, не получится. Я вот чувствую, что, ребята, не пробью я эту армаду. Никак. Все, фейл. К сожалению, фейл, ребята. Хоть я тут и буду сопротивляться, но ничего не получится. Хе. Да, печально, конечно, такое осознавать, на самом деле. А знаешь, почему я не могу пройти? Не потому что, ребята, у меня там тактика плохая или юниты плохие. Нет, потому что они меня превосходят по уровню. И причем в разы. То есть мне голема не пробить. Хоть дамагер, хоть кто там будет его бомбить, я не могу его пробить, и все. А там тем более банша сзади стоит. Можно, конечно, попробовать поработать через прыгуна. Давай возьмем с вами вот эту вот компашку и попробуем. Может быть, все-таки у нас здесь получится. Молотильщик, если бы чаще выпускал бы свою пилу, было бы вообще шикарно. В общем, как у нас получается, да? Сейчас будет идти голем, выпускаем мага-воина. Прикрываем его, естественно, молотильщиком. Ну, а дальше, ребята, прыгунов, потому что... Ну, вот как вот? Ну, вот как вот тут можно, ребят? Ну, давай! Блин, сейчас он махнет, и молотильщик мой упадет, да, ребята? Офигеть! Ну, вот как вот тут... И все, да? И все, и они уже на подходе. Всей дружной командой, ребята, они идут ко мне. Слушай, когтистый со своими вот этими размахами. Ну, серьезно говорю. Так, ладно, предположим, ребята. Мне бы ведьму, ребятули, вызвать, и все будет чин-чинарем. Успей, по-моему. Не успеем, никак, ребят, ну... И что когтистый махает слишком круто, да? Что ведьма? Во! Давай, 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 ребят, мне нужен... Мне нужна манна. Попробуем так сделать. Хоп. Хоп. Отлично. Ведьма вышла. Слушай, может быть, все-таки мы сейчас с вами как-нибудь, каким-то чудом... Получится у нас все-таки это дело, нет? Как думаете? О! Ты понял? Молотильщик, ты как раз вовремя сработал. Своей штукой вот этой вот смертельной. Классно получилось. А дальше уже мы будем, ребят, просто-напросто плодить армию зомбарей. Ну-ка, упс. Второй раз молотильщик сработал отлично, ребята. Плюс у нас накапливается ульта. Я ее применяю, естественно. Так, не ори там, горлопанка. И базу, быстренько разносим базу, есть. Вот что значит вызвать вовремя ведьму. Фух, но сложно, я вам скажу, ребят, 93 уровень у служителя тьмы, а у меня 85-й. Слушай, скоро 95-й будет, это на 10 уровней разница. Это же обалдеть. Просто обалдеть, какая разница, ребят. Ой-ой-ой-ой. Ну что, будем, наверное, вот этим отрядом пробовать. Потому что я хочу, чтобы баллиста их всех уничтожала. И служители тьмы, и тех же самых банш, которые там будут идти. И я думаю, что у нас получится. Ну-ка. Кстати, а вы заметили, что против нас давно не выступала именно та самая баллиста, да? Не было таких отрядов. Ой, прыгун. Ты начал с прыгуна? Так, ладно, ребята, пускай прыгает. Ловим. Так, 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 вешаем, вешаем плюхи. Плюхи вешаем.
Я в этот момент, ребята, 500 манны себе накопил. Кто там у него? Никто не идет? Нет пока. И баллиста, естественно, ребята, с баллиста начнем. Так, еще один големчик вышел. Так, ребят, сейчас будем, знаете, что делать? Фаербол применять, естественно. Вот так. Ураганчик. Деда я могу вызвать даже. Вот так вот. Бумс. Ой-ой-ой. Дедуль, а что ты слабенько-то так бомбишь? Давай уж по-конкретному. Ага, вон, ребята, и служитель тьмы начал свое черное дело. Хиляет. Ты прикинь, мой дед даже не может пробить. Так, аккуратно. Аккуратно, ребята, прыгун. Фаерболом его угостим. Так, вызовем еще, ребята, с вами летучую чумную мышь. И, пожалуй, еще одну баллисту. Так, смотри, 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 что происходит, ребят. Смотри, что происходит. А? Минус. Так, Джиггернаут, вперед, в бой. Но не стоит забывать, что здесь прыгун, ребята, а он уже вышел. Он уже вышел, прыгун. Ё-моё, сейчас... Куда он прыгнет? Ну куда ж ты, ё-моё, пошел? Ну, голем, ну ё-моё, ну упустил, блин. Всех баллист, ребята, расфигачил этот прыгун. Ты понимаешь? Всех. Слушай, ну может быть это не так и страшно, потому что, ребята, мы практически уже с вами у базы. Осталось только немножко поднажать и расклепать ее. Так, прыгун, ага. Не тут-то было, да? Ускорение, то, что нужно для нас. Так, дед идет. Ураганчик нам в помощь. Слушай, ну эту катку мы с вами пройдем. Заморозка даже. Прям все плюшки под конец с тобой нам выпали. Фух. Продолжить, конечно же. Ну что, ребята, у нас заключительная здесь миссия. И кто у нас здесь будет? Да, здесь будет... Здесь будет скелет-король. 91 уровень, 93, 93, 92, 93. Может быть, нам попробовать все-таки вот этим вот отрядом. Если мы с вами, предположим, возьмем и сделаем, ну, баллисты 3-4, я думаю, что вполне можем их станить. Они будут стоять, ну, конечно же, они будут действовать, но двигаться не будут. Будут просто атаковать. Или же вот этот вот отряд здесь у нас есть... Как бы вам сказать, такая помощь, он будет, например, бомбить по зомбарям. В этот момент будет моя ведьма атаковать. Я не знаю, попробуем, короче, вот этим отрядом. Если нет, то уже опять вернемся к тому же. Поехали, главное здесь успеть, ребята, нам вызвать ведьму. И самое главное, чтобы она не попала под удар скелета короля, то есть деда. Так, 400 манны. Здесь, как всегда, да, големы, вся эта шелупень. Ну и здесь, ребят, еще и банши в придачу. Вместе он их выпускает. И когти. Ну давай, ну конечно же. Ну что тут, ребят, ну. Всех сразу, всех скопом, естественно. Так, у меня, ребята, есть ульта. Она готова. Погнали. Минус, минус, минус. Нет, не минус, ребята. Когтистов, к сожалению, не минусанули. Давай всех сюда вызывать. Всех, кого сможем. Так, служитель тьмы идет. Естественно, тогда выпускаем прыгуна. Ага, машет, машет здесь своими граблями. Заморозка? Как раз, кстати. Опс. Опс, ребята. Кто тут вышел? Кто вышел, а? Естественно, ребята. Нет, 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 не надо. Ой-ой-ой-ой-ой, ребята, этот хил, ты смотри, что он делает. Мы его уничтожим сейчас. И, к сожалению, да. К сожалению, наказали мою ведьму. Ты прикинь, что делает этот хмырь. Ты посмотри на него. Смотри, с удара, наверное, да? Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну! Чуть-чуть! Кто-нибудь, хоть кто-нибудь! Вот так-то, хмырь. Так, ребят, давайте опять призовем все-таки нашу ведьму. Я призвал, я должен... Я должен, ребят, здесь выиграть. Понимаешь? Я обязан выиграть. 46 секунд, мало времени, конечно. Погнали, ультой, ультой, ребята, ультой бомбим. Вот так вот, нечего тут служителю тьмы, как говорится, выделываться. Так, банши, орет, естественно, горлопанка. Так, слушай, пробьем, нет? Блин, 30 секунд, ребят, ну что опять вот начинается вот это вот тягомотина. Давай, 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 родные мои. Да ёпарасотай. Еще и служитель тьмы, еще и служитель тьмы тут до кучи.
17 секунд. Фигня получается, да, ребят? Или не фигня? Давай попробуем. 10 секунд, ребята, 10 секунд. Лишь бы голем не вышел. Твою ж маковку, он вышел. Но секунды не хватило, просто не хватило пару секунд. Это как специально, ребят. Ну это как специально, я не знаю. Ну, пипец, блин. Меня ж бомбит, просто бомбит от этого всего нафиг уже. Ладно, ребят, будем переигрывать. Будем, блин, переигрывать. Не этим отрядом, скорее всего, вот этим будем с вами играть. Потому что, ну, сами видели, что дед просто разнес всех в хлам. Даже мою ведьму, просто ударом он ее, бум, и она все, отдуплилась, ребят. Ну что, поехали. Тут, конечно, мой дед не особо силен, но я все-таки делаю, ребят, большой акцент на баллисту. Я буду просто надеяться на то, что она их будет станет всех. Ай, голем этот, а. Противный. Противный, ребята, голем. Так, ну что же. Давай сделаем так. Фаербол, ребята, у меня накопился. Сейчас они все подойдут в кучку, и мы с вами бомбанем. Вот таким вот образом это все должно было получиться. И оно, в принципе, получается у нас. Ну, а теперь, как говорится, акцент на баллист будем делать. По возможности будем их сразу с вами плодить. Что там, когтист идет? Ну, когтисты, это все ерунда, ребята. Ну, давай, давай, баллисты. А, как же меня нервируешь своим вот этим отхилом. Че, уже что ли дед вышел? Обалдеть, ребята, я еще даже ничего не сделал здесь, по большому счету. Не успел. Ну-ка, 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 ну-ка. Баллисты, бомбим. Ох, как он звезданул так. Блин, ребят, ну. Ну что, серьезно, что ли, не сможем пробить? Да должны же, ну, баллисты. Огонь, артиллерия, ё-моё, ну. Чтоб тебя там Е! Наказали мы все-таки, ребят, наказали мы с вами деда. Ха-ха-ха. Давай еще одну баллисту вызовем. Чтобы их было как можно больше, чтобы они бомбили тут без остановки. Фаербол, уничтожаем этого голема. Что он там пыхтит? Пыхтит он мне здесь, а? Получил свое. Так, я, ребят, не знаю, может быть вызвать деда? Хотя, смотри-ка, как идем хорошо. Ровненько. Без запиночки. Совсем, совсем, ребят, другое дело. Вообще, небо и земля. Когда баллисты сзади, ну, проходится все изейше. И дальше уже с вами бомбим базу. Даже если выйдет здесь, ребят, голем, ничего он здесь не сделает, потому что баллисты мои будут простреливать. Вот так это проходится. Да, чертовски сложно. Но нормуль, нормуль. Ребят, так, берем сундук, смотрим, что нам отсюда достанется. Так, зомби с надгробием, банши и 9 гемов. Отличный, отличный ревард, ребята. Так, сколько... Оу, так у нас... У нас с вами последняя карта. Так, самурай и терракоши. Все это заправлено 92 уровнем. Так, это опять, ребята, непобедимые стены, которые нам придется грызть зубами. Ну что, я думаю, что для начала вот этот вот отрядик сгодится. С банши... Ой, с банши, с друидкой... Нам, как говорится, все по плечу. Если мы, конечно, успеем ее вызвать. Ага, самурайчик. Вышел, ребят, самурай. Ну, ты будешь... Успеем, нет? Успели, вроде бы. Успели, отлично. Так, и давай попробуем мечника вызвать. Так, а теперь что? Теперь нам нужно вызывать БФГшку. Вот это другое дело. Так. Идет, идет. Медленный ползун. Так, давай еще одного паладинча, ребят, призовем. И еще одну БФГ. Вот. Вот это уже другой разговор. Так, станем. Станем мы, ребята, кстати, с вами этого терракошу. Отлично. Ох, как БФГхи мои там радостные выплясывают. И причем, заметьте, да, мечник довольно неплохо станет. Давай, давай, ребята, пробиваем их. Ураганчик. Слушай, я, наверное, сейчас друидку вызову. Так, ради фана.
Давай-ка, наверное, подкопим и призовем ее. Вот она уже вышла. Слушай, ну тут... А куда это? А куда этот Таракоша-то ушел? Вы видели? Он здесь шел-шел и, видимо, обратно в замок ушел. Так, ульту. Ой-ой-ой, как залагало, ребята. Как ужасно залагало. Ну что там такое? Что происходит? Я не могу понять. А, опять самурай, наверное, там, нет? Да нет, он обычно стоит. Мы обычно с вами не можем пройти, когда он в истерику впадает, начинает махать мечом, тогда мы с вами его пробить не можем. Ну а тут-то вроде бы все нормально, просто там какая-то кипишня была. Так, ну что, у нас прибавляется здесь всадник на журавле 91 уровня. 91 уровня. В принципе, ничего страшного в нем нету. Я думаю, сможем, наверное, вполне... Ага, ничего страшного нету. Он же может проходить через моих этих... Так, ну давай вот этим отрядом попробуем. Как говорится, будем везде с вами тратить энергию. Так, квест завершен, тактик. Тактик, значит, да? Всадник на журавле. Ну, я думаю, ребята, что мой маг-рыцарь должен, в принципе, справиться. Причем довольно неплохо. Так, секунду. Че, вот так вот сразу же, что ли? Ну, давай попробуем. Эй, попробовали, блин. Давай-давай, бомбани. Чикш. Шикарно. Так, ребят, прыгун. Мало ли пригодится. Бум. Я же было подумал, что он с удара сейчас снесет мне прыгуна. Но нет, ребята, с удара не получается. А я вызываю... А я, ребята, вызываю ведьму. В обязательном порядочке. Ну, ведьма, давай. Погнали. Тиш. Ульта, ульта, давай, отлично. Ульта сработала как надо. Заморозка. Они все стоят и спят. А мы в этот момент, ребят, с вами делаем диверсию нашу. Причем довольно прикольно. Вот это вот, как же у него, ребята, вот это имбовое. Особенно если сюда попадает ульта. Вот, когда у него окаменение. Именно вот наше. То она просто-напросто сгорает. Ты смотри-ка, а? Что делает там всадник на журавле? Мы до него достать не можем, он спокойно бомбит наши отряды. Пошла ульта. Вот, ребят, видите? Ульта, как говорится, прошла в нуль. Именно когда он в окаменении, ребята, она в него бомбит, соответственно, мы никого не убиваем, и она на этом утихает. Но в любом случае, мы замок ему разбомбили. Ну что ж, продвигаемся далее, и у нас с вами третья миссия. Вуджен, елки-палки, я и забыл про него. Я и забыл, что здесь такой хмыреныш может быть, Вуджен. Поэтому нам нужен... А где у меня, погоди-ка? А у меня прыгун, оказывается, был здесь. Хе-хе! Так, ладно, давай посмотрим. 92 уровня, Вуджен, ё-моё. Наверное, будет быстренько мне баллисту мою уничтожать. Да? Скорее всего. А он, как всегда, будет стоять за Таракошей. Они всегда это любят делать. Тараконовый воин, да, будет стоять. Они будут сзади него из-под тишка бомбить. Ну, в общем, все дела, как обычно. И фиг мы здесь что с вами сделаем. Ладно, будем пытаться работать через чумных мышей. Но это бесполезняк, мне кажется, почему-то. Через чумных мышей работать. Вот он вышел, Таракоша. А сейчас, ребята, следом и Вуджен должен пойти, по идее. Ха-ха, ну видите? Ну это старая школа, ё-моё. Ну, тут ничего не сделаешь. Так, а Вуджен почему-то идет. Так, погоди, погоди, погоди. А если я вот так сделаю? Так, попробуем, ребят, насколько живучий у нас баллиста. Так, один выстрел только успевает он сделать, два. Да что ты будешь делать, ну? Не можем пройти, просто прикинь, вот не можем пройти, и все. Ж бесит вот это все. Там два Вуджена уже, ты понял? Там, ребята, два Вуджена. Давай фаербол, бамс. Нет, тут прыгун нужен. Нам без него не справиться. И ульта у нас хреновая здесь. Без массового поражения. Вот такие вот, ребят, пироги. Да ты посмотри, он постоянно выводит этого своего Таракошу. Постоянно. Одного за другим. То самурай, то Таракоша. То самурай, то Таракоша. Ну, и как? Ну, давай попробуй вот так сделать.
У меня там куча чумных мышей работает, ты понимаешь? Куча просто. Армия, блин. Ну, проплевывайте, проплевывайте. Вот, лужа, хотя бы кислотная лужа, ребята. Они на ней тоже погибают. Сдохли. Неужели они сдохли, ребят? 24 секунды. Куда я? Куда я за 24 должен секунды успеть? Да никуда, ребят. Не вариант. Ну, конечно же, конечно же, конечно же. Не успеем по времени. Печаль, грусть, но не успеваем мы с вами из-за времени. 3 секунды. Прыгун здесь нужен. Вот что я тебе скажу. Только с помощью его мы можем здесь с вами как-то еще проходить. Но без него здесь делать нечего. Бесполезно. Он так и будет, ребят, своих вот этих вот солдат выставлять. Те будут в окаменение вставлять, вставать. И бесполезняк. Причем, когда я играю за вудженов, у меня ничего не получается. Такой тактики у меня нету. Продолжить. Подожди ты со своим новым уровнем. Давай попробуем, я не знаю. Слушай, а если мы... Давай попробуем этим отрядом, а? Ну, опять же, мне кажется, не вариант. У нас вся проблема в чем? То, что терракотовые воины выходят, они встают в камень, так? Мы их пробить не можем. Соответственно, продвинуться дальше мы не можем. А сзади стоят те самые вуджены, которые наносят урон по всей площади, ребята. По всей, абсолютно, когда выпускают своего дракончика. То есть, сделаем выводы, что нам нужно перепрыгивать и убивать сзади стоящих вудженов. Вот только такая тактика должна срабатывать. Больше здесь нет вариантов. Ну, еще если, конечно, будет БФГ, ребята. Хорошо бомбить своим лучом, который проходит через тоже всю территорию, и уничтожать. Так, подожди-ка, давай-ка мы попробуем сейчас, знаешь, что делать? Вот так вот, сюда, их поближе. Иди сюда, там вот Джен стоит. Ну, завалили? Завалили. Вот, видели, да? Вот этот вот луч очень хорош. Он пробивает тоже через всю территорию, как говорится, то, что нам нужно. Ну вот терракошу пробить не можем, ты понимаешь? Вот смотрите, сколько мы возле него танцуем. Танцуем просто вот зазря. Так, пошли. А он уже, ребят, тут армию свою наплодил, понимаешь? Так, сделаем немножко хитрый ход. По-моему, срабатывает или нет? Мне кажется. Ха-ха-ха, смотрите, что происходит, ребят. Это нам на руку сейчас, кстати, было. Ураганчик еще? Ну, это вообще шикарно. Это, ребята, вообще шикарно. Что там происходит, не могу понять. Что-то вообще залагало ужасно. Так, давай, паладина. Опа, опачки, ты смотри. Мы всех там разнесли. Ну-ну-ну-ну-ну, бомбим, ребят, бомбим базу. Нет, опять таракуша там стоит, он мешает нам. Так, подбили мы его. 34 секунды. И заключительный. Давай, давай, давай. Есть. Вот. Слушай, ну вообще жесть. Терракоша и вуджен. Вот в купе это какая-то имба. Так, здесь у нас нет никаких вудженов, но зато здесь прибавляется черепаха. Тоже не легче, ребята. Она бомбит свой снаряд, который наносит массовый урон. Хм. Которая наносит масс... Вот если бы у меня вот этот вот отряд был бы 85 уровня, я думаю, что мне вообще бы здесь был бы изи по прохождению. Тигр, разбойник, маг, когтистый. Красота. Причем здесь, ребята, два, как говорится, эпических. Это вот жнец. Ну и когтистый. А тигр хоть не эпический, но дает люлей, будь здоров. Так, ну что же, мы с вами, наверное... Да, давай этот отряд возьмем. Попробуем. Как говорится, ни пуха нам, ни пера. Может, не, не будем ускоряться. Фиг его знает, что нас тут поджидает, да? Будем потихонечку с вами здесь продвигаться. Ну, естественно, кто бы сомневался, ребята. Естественно, с таракоши все начинается. Все начинается с улыбки. Ой-ой-ой-ой, еще и черепаха здесь появилась. Еще, ребята, и череп, еще и самурай. В общем, все дела. Так, давай-ка я сделаю вот так вот. Зачем я это сделал? Кто мне скажет, зачем я вот это сделал сейчас?
Не понимаю даже сам, для чего это было сделано. Ох, сейчас черепаха нам тут устроит, ребята, райскую жизнь, я вам скажу. Там она не одна. Ты посмотри, какой урон наносит она. Она еще и поджигает землю, оказывается. Это для меня новость, если честно. Это для меня новость, ребята. Ну что, будем ульту, наверное, применять сейчас, да? Хоть как-то их сюда поближе к нам подтянуть, чтобы разобраться было легче. Вот, ты смотри, массовая атака, ребята. Какая она злющая, вот именно от этих черепах. Именно от этих черепах. Так, друидка, ты бы, главное, лечила бы хорошенько. И все у нас, возможно, будет хорошо. Возможно. Так, паладинычи, фигинычи. Хоть что-нибудь у нас выходит? Нет, ребят, по-моему, нифига не выходит. Ну-ка еще разок ультушечку. Так, одну черепаху напугали. Она отвернулась. Ну-ну-ну-ну-ну. Все... Ах ты, БФГшки мои, блин, отдуплились, ребята, к сожалению. Заморозка? Это классно. Да чё ж так ужасно, ребята, игра лагает, а? Вот как только армия вот такая вот большая, начинает ужасно лагать. 28 секунд, боюсь, у нас здесь шансов, к сожалению, нету. Фейл по времени. Но отчаиваться я не собираюсь. Может быть, все-таки что-нибудь да получится, как-нибудь. Так, мы уже, ребята, уже, ну. Если каждый сделает по удару. Там терракоша, да, там мешается. Ой, ребята, ужас, ужас лаги. Есть. На последней секунде мы с вами забомбили. Блин, ну как же игра лагает? Почему вот это происходит все время, а? Неужели из-за того, что здесь так много воинов? Ну, игра же на это и рассчитана, по идее. Что, здесь должно быть много воинов. Большая армия. Черт, приплыли мы, по-моему, с вами. Черепаха плюс Вуджен и Терракоша. Что? Что может быть слаще, а? Да ничего. Во, кстати. Хм. Погнали-ка. Погнали-ка, как вариант должно прокатить. Прыгун плюс Молотильщик. Если будет выпускать опять же свою пилу, должно все отлично сработать. Особенно против Вудженов. Ну и Терракоша нам здесь, ребят, тоже как бы не особо будет мешать, потому что мы будем его перепрыгивать. Хм. Вся надежда, что у нас действительно все это, ребят, сработает. Так, маг-рыцарь пошел. Кто там? Ага, все, я понял. Это говорит только об одном, что пора, ребята, нам подключать нашего прыгуна. Да-да-да-да-да, ага. Отдуплись-ка, парень. Что там? Блин, там, ребята, фигня. Так, мне нужна ведьма. Опа. Я призвал якобы ведьму. Якобы. Ульта пошла. И, ребята, мы с одной плюхи с вами уничтожили в данный момент богиню солнца. Офигеть, для меня это какой-то нонсенс. С одной плюшки просто-напросто снесли. Круто, что я могу сказать вам по этому поводу. Так, подожди, что-то я не то делаю, да, по-моему? Мне нужен прыгун здесь. И молотильщик в обязательном порядке. Прыгун, 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 давай, 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 прыгай. Уничтожай их всех тут. Этих охламонов. Ай-яй-яй, не получилось, ребята, потому что... Хотя, подожди. 57 секунд, блин, мало времени, ребят. Мало времени. Да что же он нас косит-то так, блин, моментально, ребят, просто моментально уничтожает. Ведьма! Не падай, радость моя, не падай, пожалуйста. Она, по-моему, упадет, ребят, сейчас. Бумс, ее подбили, ее подбили. 32 секунды на все дела. Это бесполезняк, наверное, хотя, почему бесполезняк, ребят? Есть шанс. Заморозку нажал. Заморозку нажал, а фигли заморозка-то, она не... Упал, он просто упал, ребята. И не дышит. И да. Фух. Обалдеть. Я нас поздравляю, ребята. 86 уровень. 18 гемов, 129 тысяч злата. И максимальная энергия.
Так, ну что, давайте прокачивать своих персонажей в первую очередь. Квест завершен. Так, слушай, ну совсем немножко, ребята, осталось 40 гемов найти, и все будет тип-топ. А самое-то главное, что у нас энергия откатилась. Ты понимаешь? Это говорит о том, что можно еще шпилякать. Так. Отрядик свой усилили. Давай теперь этот укрепим. Деньги, ребята, просто как это, со скоростью света тратятся. Смотрите сами. Было там 200 тысяч, да, по-моему? И осталось уже 168. Так, джиггернаута пропаваем. И базу. Так, ну что, теперь у нас еще есть маленько денежек, да? Нам хватит на этот наш отряд. Друидку надо в обязательном порядке. Да, в принципе, и все. Так, ну что, поехали? Давай смотреть. Во-первых, мы получаем с вами сундук Нефритовой Империи. Надо посмотреть, что в нем. Ну, довольно неплохо. Черепаха плюс богиня Солнца. И здесь у нас... О, 14 карточек на термин на 9000. Ну, вот это, конечно, ерунда. Крестьянин. Да, в принципе, и пряничный домик тоже ерунда. Ну что, ребята, 70-й портал. Мы, как говорится, вперед из песни отправляемся. И давай-ка глянем, что у нас тут. 87-й уровень против нас. Разница всего лишь в один, ребята, левел, потому что мы уже 86-й имеем. Так, и давай-ка мы, наверное, начнем с вами. С какого же отряда нам начать-то лучше, а? По идее, надо с этого. А знаешь почему? Потому что, ребята, он будет сейчас своих вот этих вот крестяшек спамить. А нам нужно, конечно же, отбиваться. А кто у нас отбивается хорошо? Конечно же, мечник. Давай, иди сюда, охламон. Побороться он решил тут со мной, а? Так, их уже два. Это уже хуже. Но я думаю, что паладина мы все-таки успеем с вами призвать к этому времени. Да, паладиныч вышел. И сразу же, знаешь что? БФГ. Давай вот так вот сделаем. И еще одного рыцаря. Так, тихо, тихо. Ну-ка, если я так сделаю. Вот, отлично. Все хорошо. Так, я думаю, здесь можно, ребята, немножечко ускориться. Совсем чуть-чуть. Чтобы не затягивать, как говорится, поединок наш. И все, мы сейчас будем бомбить с вами замок. Ну давай, 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 пробиваем, ребятули. А если я ульту применю? Да, все работает как надо, как часики. Ну что, замечательно. Первый поединок мы с вами выиграли. Переходим на второй и смотрим, кто у нас тут, ребят, будет. Здесь у нас, значит, копьеносец. В принципе, ничего страшного здесь нету. Мы с этим отрядом с вами дрались уже неоднократно, наверное, сотню-другую раз. Поэтому, я думаю, должны справиться. Единственная разница, что у него уровень, ну, опять же, не такой большой, как мог бы быть. Ну, давай, где вы там? Паладина он вызвал первого, да? Мы тогда... Ой, ой, ой-ой-ой. Да ну, хорош. Не нравится мне вот эта вся канителька, ребят, не нравится. Ой, не нравится. Попытаемся, конечно, с вами что-то здесь. А вот так вот. Так, тихо, 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 копейщик, уйди. Не трогай мой замок. Это, конечно, тоже так рискованно, когда притягиваешь врага. Он может к тебе притянуться к базе и бомбануть ее. Так, невзначай. Блин, как же мне хочется, ребят, прокачать БФГшек по полной программе. Они бы такой бы наносили урон колоссальный. Сейчас они так себе. Уже, ну, средней паршивости стали. Но если их прокачать, вот тогда будет вообще великолепно. Так, отлично. Ну, все хорошо. Все хорошо у нас получается. Времени еще минута, ребята, даже с лишним. Забомбим мы все-таки ему базу. Самое удивительное, что вы заметили, он никогда не применяет ульту. Вот на основной сюжетной линии никогда не применяет ее. С чем это связано, я не пойму. Когда ты, например, играешь в испытание, он вот как только откатилась, да, ульта, он ее сразу применяет. На сюжетке ничего подобного. Очень-очень редко, там, я не знаю, раз в пятилетку он ее применит. А так, нет, в основном без нее все время играет. Ну что, давай, наверное, попробуем 90 уровень, да?
Попробуем этим отрядом, потому что здесь грифа. Грифа — это очень плохо. Опять же, двойная атака у него получается, да? Обычная и смертельная. Когда он умирает. Тихо, погоди, говорю тебе. Парнишка, куда разогнался-то? С големом моим не встречался, что ли, давно? Не разговаривал по душам? Сейчас поговоришь. Так, ребята, шутки шутками, а нам нужно, знаете что, баллисту вызывать. Потому что грифон не за горами. Так, у меня фаербол накопился, тоже хорошо, кстати. Давай, пробиваем их. Так, ну теперь, я думаю, нам грифон не страшен. Даже если он появится, мы его будем, ребята, расстреливать. Ох, как хорошо пробиваем, а. Все-таки баллиста — это мощь. Да, это один из имбовых, ребята, как говорится, юнитов. Вот, смотри, как мы его бомбим. Так, давай-ка, оп. Ну и грифон тоже сам по себе такой неплохой довольно-таки юнит. Во, видели, что он делает? Вот громозека, а. Вот эта смертельная атака меня просто нервирует. От грифона я имею в виду. Опять он появился, не запалился, а. Баллисты, накажите вы его уже в конце-то концов. Во, смотри, что делает, а. Ты видел, что он делает? Практически 100% срабатывание его предсмертной атаки. А не каких-то там 25%. Там все 100% срабатываются, да? Ну что, давайте разносим замок и все. И переходим с вами на следующий этап. На следующий этап у нас четвертый, это предпоследний. И здесь, да ничего страшного здесь нету, поехали. Нас лучниками, как говорится, не испугаешь. У нас есть баллисты. Ну, лучники, кстати, могут поджигать. У них ульта, ну не ульта, а спецспособность поджигать противника. Так, ладно, может быть мы сейчас... Нет, не получится. Так, выходят, да, орлы? Ну ладно, давай вначале вот так сделаем. И баллисту вызовем. А почему... А, нет, я уже думал, почему баллиста выходит с криками, как будто это лучник. Лучник-то у него... О, смотри, как он бомбит. Ага, подбил мне все-таки джиггернаут это, а? Прыщалыга. Ну ладно, давай быстренько. Оп, наказали. Ребят, я вызову деда. Так, ради хохмы. Ну а почему бы и нет? Пускай погуляет дедуля. Он все-таки уже, там, наверное, засиделся на троне-то. Давай, дедуль, выходи. Эти в свой замок бомбят. А я вот так еще сделаю. Бамс! Так, сейчас дед будет тут всех дубинкой своей косить. Смотри. Тудуш! Просто валит одного за другим. Бабах! Да, дед — это сила. Вот именно сила, ребят. Не маг, не что-нибудь, а именно сила. Грубая, жесткая сила. Так, ну что, а мы с вами продолжаем. И у нас заключительный этап, где у нас, естественно, ребята, епископ. Я считаю, что епископ — один из самых слабых боссов. Один из слабых, даже, может быть, самый первый слабый босс. Потому что, ну, помимо епископа, слабее я еще никого не видел. Вот поверьте мне, никого не видел. Что он там делает? Свою ауру защитную. Пш, да и бред полнейший, мы ее пробиваем. Так, тихо, родной, не спеши. Сейчас поговоришь с големом тет-а-тет, а потом уже можешь идти... куда хочешь. Так, значит, вот, ребята, я накопил себе на деда. Применять я, наверное, пока его не буду. Мы с вами должны вначале вызвать баллисту. Ну, в общем, всех своих ребят. А уже после будем разговаривать. Смотри, что. Оу, грифон. Грифон, ребята. Давай-ка вот так вот джиггернаута призовем. Упс. Так, ладно. А, вот, ребята, вот, он уже вызвал епископа. То есть, смотрите, что, ребят, будет происходить. Ну, тут даже дурачком не надо быть, смотри. Видно, что... Лабуда, короче. Это босс лабуда, ребят. Просто распинали всех. Да, он вешает свой щит. Ну и что? Ну, это единственное, что он вешает. Все. Ватный епископ. Если кто со мной согласен, ребята, тот ставит лайкос. Потому что, ну, если вы найдете еще кого-то более слабее, напишите мне в комментариях.
Да, разнесли мы к ядрене Фене ему замок. Мне это нравится, давай-ка откроем. Мне вот что нравится, ребята, когда мы проходим, мне нравится открывать вот в конце сундучок. Это всегда неожиданно, не знаешь, что тебе выпадет. А выпадает нам фехтовальщик и копейщица. И мы переходим с вами на захватчиков территорию. Кстати, у нас что здесь? Так, нефритовая долина, это уже меня немножко пугает. Здесь у нас фабрика роботов. Опять захватчики. Ладно, в принципе, ничего сложного. Захватчики, это что у нас? Это у нас хищнец. Ладно, с ним-то мы справимся как-нибудь. Так, ну что же, 90-й уже уровень, сразу же вот так. И у нас тут улитка и бородавочник. Соответственно, нам нужно брать вот этот вот отряд. Потому что здесь улитка. Потому что есть улитка у тебя, да? Улитка, все твои друзья. Так, он сейчас ее будет выпускать. Ну! Вот так вот. Вот, в принципе, для чего, ребята, этот отряд мне здесь и нужен. Но не забываем, что здесь есть еще и бородавочник. Так, погнал. А вот и бородавочник, ребята, вышел. Чем он опасен, все знают, все, наверное, помнят. Я думаю, что да. Но сейчас он вышел спокойно, размеренно, без выкрутасов. Да иди ты отсюда, ты уже достал, просто, в самом деле. Оу, воу, ты понял? Ты понял, что эта улитка делает, проказница? Да ты достал уже, ну серьезно, уже говорю. Пипец просто какой-то, ты посмотри. Ой, бедная моя БФГ. Слушай, наверное, надо вызывать друидку. Что-то как-то тут все идет совсем не так, как нужно для меня. Ладно, хорошо, сейчас вызовем, ребята. Сейчас мы... вот она, друидушка моя. Вышла, родная, все. Теперь нам и улитки, и хиритки, нам всем все пофиг. Так, еще один бородавчик, ребята, вышел. И сразу начинаются наши любимые лаги. Сразу же, автоматически просто. Так, минута в запасе, думаю, нам этого хватит. Это что такое сейчас там полетит? Что за глюкнутая улитка? Ребят, ну вы сами понимаете, да? Тут какой-то, видимо, мне кажется, баг. Недоработка в плане самого персонажа, именно друидки. Потому что при ней все начинает вот сразу лагать. Мне кажется, вот в этом вся причина. Потому что с другим любым боссом, например, тот же самый термин 9000, да? Несмотря на то, что он тоже там и очень много и бомбежек своих бросает, и все. Но нет таких лагов. А вот именно с друидкой сразу почему-то лагает игра. Ну что же, ребят, мы с вами прошли. Все шикарно, все отлично. И мы продвигаемся с вами на второй этап. Здесь у нас, ё-моё, не было печали, прибавляется жаба с пушкой. Поехали. Кстати, нам, ребят, здесь крупно везло то, что бородавочник выходил не одну сотню раз, хотел сказать. Не один раз, и он выходил без этого. Без психоза, ребят, без психоза. То есть, не было у него вот этого вот разбега, который он обычно включает. Видите, без разбега выходит, и это хорошо. Это хорошо. Так, слушай, а почему так сразу-то? Эй, давай-ка мы как-нибудь... Блин, как-нибудь без этого всего, а? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как это все, ребята, плохо. Как это все печально, грустно. Смотрите, опять нам везет. Да. Опять нам везет. Если это можно назвать, ребята, везением. Да ты достала, улитка. Ну, серьезно тебе говорю, блин. Ребята, эти говнюки все ближе и ближе ко мне подходят. К моей базе. Начинается, естественно, расстрел. Так, но не добили. Вот, 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 ребята. Вот этого я и боялся. Так, успеем мы с вами, интересно, призвать или нет? Черт, ну мы отбились, по крайней мере, с вами. Это уже плюс. И друидку вызываем. Так, друидку я вызвал. Ну, остается только лишь разнести замок ему. Ага. Вот. Или же, знаете что, ребята, даже не в друидке проблема, а в тотемах. Вот как только тотем вызывается, сразу начинается вот эта вот ерунда с лагами. Может быть, из-за них проблема вся. Кстати, напишите в комментариях, у всех так же или это только у меня? Так, ладно, разносим базу. Хорош ему тут баловаться уже.
36 секунд времени, как говорится, в обрез у нас. Давай, 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 давай. Ну, ну поспешите, ё-моё. Да что там вы делаете, я не могу понять. Вроде бомбят и не наносят урон. Так, отлично, завалили. Ну что же, мы с вами переходим на третью миссию. Здесь у нас уже добавляется, ребята, воблер. Ха-ха, воблер, да-да. Так, ну что, я не знаю, может быть попробовать вот этот отрядик взять, а? Давай рискнем. Давай рискнем. Расстояние более-менее длинное, так что можно будет, в принципе, призывать молотильщика. Но это на худой конец, ребят. Можно, конечно, и без него, наверное, справиться. Посмотрим сейчас. Нет никого, тишина. Ага, нет никого, тишина. Вот тебе тишина, ребята. Выходит у нас бородавочник. Плюс воблер. Плюс улитка, ё-моё. Обалдеть. Так, минус. Давай вот так вот сделаем. Сдуем, как говорится, его. Шух. Ну-ка, применяем, ребята, ульту. Что-то как-то жидко. Надо, наверное, ребят, на ведьму накопить. Кто сейчас выйдет? Бородавочник. Естественно, ребята, бородавочник. Бородавочник, причем довольно сильный. Улитка? Нет, воблер. Тихо, 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 тихо. Давай вот так сделаем. Блин, я только хотел, ребят, накопить. Не получилось. Может быть, сейчас получится. Ведьма. Давай, отлично. Ульта. Погнали. Ну, я думаю, что теперь все будет у нас хорошо. Сейчас наплодим армию своих зомбарей. И все будет замечательно. Ну! Ведьма, давай воблер-то! Вот. А то стоит там что-то рассусоливает. Ну вот, ребята, мы уже начинаем колотить потихонечку с вами базу. А точнее, даже очень сильно начинаем колотить. И забомбили. Отлично, отлично. Так, четвертая миссия. Так, жаба с молотом, да? Я думаю, что менять не будем. Вот этот отряд у нас пригодится. Потому что, ну, жаба с молотом довольно сильный противник. В плане именно жизнестойкости. То есть мы его... Эй, тихо, погоди. Мы его будем долго здесь бомбить. Но бомбежка эта должна окупиться. Вот он вышел. Вот он вышел. Начнем так. И, блин, ребят, ну почему улитка-то сразу? Почему сразу улитка? Ой-ой-ой, как он сейчас быстро, наверное, мне уничтожит. Да, уничтожил. Ладно, в этот момент, ребят, я попробую накопить. Успеть вызвать. Есть, отлично. Нашу ведьму. Так, погоди, погоди, вот это меня не устраивает. Поехали вот так вот. Хоп, хоп, хопа. Замечательно, молодцы. Ульта сработала как надо. Ведьму я призвал, ну а дальше, ребята, все зависит только от нее. Так, главное плодить, ребята, армию зомбарей, и все будет шикарно. Тем более когтистый тут появился, о, вообще красота. Когтистый, это замечательно. Он далеко бомбит, причем бомбит довольно сильно. Так. Все, я думаю, что здесь, ребята, победа за нами. Ульта пошла. Как он все-таки, а? Ты видел, как он сделал? Моментально, ребята, просто взял. Он отталкивает, кстати, ни одного юнита. Вот если будет, например, вот такая толпа, и бородавочник боданет, они все отлетят. То есть урон массовый. Вот так вот, я только сейчас это понял. Я обычно раньше думал, что он отталкивает одного юнита. Нет, ничего подобного. Всех, всех, кто стоит в куче. Так, и у нас, ребята, старый друг-смотритель здесь, да? В прошлых сериях мы с вами с ним долго здесь колупались. Думаю, что в этой серии такого не случится, и мы его быстренько зачекрыжим. У него 89 уровень, то есть на 3 уровня он покруче нас. Поэтому должен быть важным, и мы должны его разобрать моментально. Стараемся, короче, постараемся, да? Так, что у нас тут? Пока он идет, улитка, наверное, сейчас полетит, нет? Должна лететь улитка. Так, и давай, наверное, начнем с БФГ еще. Так, и копим 500 маны. Все. Тут босс, ребят, смотрите. О, отлично сработало.
Я обожаю, когда наша БФГшка выпускает этот луч. Смертельный длинный луч. Но... Блин, почему паладину, ребята? Так, давай хиль. Мне нужен хил. Во-во, смотрите, ребята, хил пошел. Потихоньку, но пошел. Пинь-пинь. Ай, все полягут, нет? Нет, нормуль. А вот, ребята, и сам смотритель явился, не запылился. Как мы видим. Как мы видим, он пришел. Пускай он захватывает тотемы. Нет, он захватил мечника почему-то. Не стал захватывать тотемы. Слушай, ты достал уже там. То пугает, то еще что-то делает. Ой, по-моему, смотрителю хана сейчас будет, да. Хе-хе. Быстро мы его зачекрыжили. Отлично, мне нравится, когда вот так вот все дело идет. Но я вам говорил, ребята, у него разница всего в 3 уровня. Поэтому это, как говорится, нормально все для нас. Что мы его так быстро уничтожили. Так, бородавочка минусанули. У нас еще времени с вами полная куча. Смотри, 50 секунд. Конечно, сейчас разбомбим базенку ему. Так. Ребята, еще хотел, кстати, спросить у вас. На время моего отпуска какие видосики вам зашпилякать, чтобы вы смотрели, пока меня не будет? А не будет меня где-то месяц. Может быть, чуть меньше. Жду ваших комментариев. Так, ну что, ребята, а мы продолжаем с вами. Мы прошли с вами эту территорию. Открываем сундучок. И кто нам выпадет? Слушай, ну шикарный реворд. 9 бородавочников и 11 карточек на лорда пустоты. Переходим на нефритовую долину. И, о, елки-палки. Слушай, а давненько мы, кстати, с вами не встречались с ниндзей лицом к лицу. А тут она появилась, причем вместе с самураем. Значит, вывод делаем какой? Конечно же, имбовый наш отряд. Кстати, ну ниндзя 90 уровня. Вы знаете, что она довольно сильная и довольно много наносит урона. Тут еще, как говорится, дамагер, да? А тем более, когда она любит стоять сзади вот того же самого самурая. Вот, вот, вот она схема. Вот она, ребята, старая-старая дедовская схема. Ну, естественно, ну как же. Как же без этого, ребят? Ну, все, ребят, мы слились. Мы с вами слились. Пипец. Офигеть. Тут, по-моему, не прокатит все это дело. Давай ускоримся. Надо брать другой отряд. Ты посмотри, как он дамажит, а. Да если бы не этот самурай, ребят, который встает в истерику, постоянно вечно плачет и мечом своим машет, мы бы прошли бы здесь элементарно. Ладно, мы слили с вами одну попыточку, но не слили, как говорится, саму игру. Поэтому давай переключимся, наверное, вот на этих ребят. Зачем? Ума пока не приложу, но будем пытаться. Вся надежда у меня на кого? Естественно, на Джаггернаута и на баллисту. Это основная моя команда. Так, поехали. Слушай, можно, в принципе... Нет, не можно. Не нужно даже. Давай. Ну, баллиста, ну... Как ты долго копишься? Ну, как ты долго копишься, а? И сейчас разнесут, да? Ну, фейербол. Нормуль. Вот она, ребята, истерика. Вот она, истерика этого... Самурайская, а? Заплевываем их всех, чертовой бабушки. Ну давай. Вот, опять он плачет, а? Вот этим он меня как раз раздражает. Вот именно этим самурай меня и раздражает, ребят. Что он плакать начинает и ничего не сделаешь. Но тем не менее, это нам не мешает продвинуться дальше. Фаербол полетел. О, смотри, 100% срабатывание. Хотя на самом деле такого не должно быть. Там всего лишь 20% шанс. А у него 100%. Это меня бесит. Вот серьезно говорю, это меня бесит. Чуть ли не каждый самурай срабатывает. Что это за дела? У меня такого нету, никогда не было. Ну что, ребята, прибавляется храмовый пес. Всего лишь 92 уровня, ничего страшного здесь нету. Думаю, быстренько мы его сейчас разберем. Да, он может, конечно, пужануть в ненужный момент. Ну, это все ерунда. Так, естественно, Джаггернаут в первую очередь. Ага, вот так вот. Опять старая схема. Нет, ребят, не старая схема, что-то поменялось. Пугать будет? Нет. Не получилось у него запугать. А мне, естественно, нужен... Вот, вот она, баллисточка моя родная. Так.
приправим это все дело големом и фаерболом, конечно же. Бумс. Самурайчка, иди отсюда. Не нервируй меня. Точнее, не самурайчка, а ниндзя. Так, еще один джаггернаут. И думаю, что еще одну баллисту. И это все, это будет имба. Опять он, а? Слушай, ну как баллисты все-таки шмаляют далеко? Посмотрите, ребята, а? С одного конца карты до другого. Обалдеть. Топовый персонаж, ребят, все-таки топовый. Что ни говори. Причем он у нас прокачан на все 5 звезд. Ну, давай. Кулякаем. Ну. Отлично. Кстати, я даже не понимаю, да? Вроде персонаж у нас появлялся вместе с тем, как у нас появились. Даже позднее у нас появилась в первую очередь нежить. Это зомби с надгробием, там еще кто-то. А, это тыквоголовый, да? А баллиста появилась позже их. И у меня баллиста уже 5 уровня, в отличие от предыдущих бойцов. Те так еще до сих пор на 4 звездах пляшут. Даже несмотря на то, что голем практически изначально с самого начала игры дается, да? Баллиста все равно его переплюнул. Как у меня так умудрилось получиться, я не понимаю. Ну что, давайте, наверное, мы выберем с вами вот... Что у меня? Ага, вот здесь вот есть энергия. Так, а вот в этом отряде есть? Ах ты! Слушай, мы же только недавно получили всю энергию. Как я ее так быстро сплавил-то, а? Ой-ой-ой. Ладно. Поехали, ребятули, поехали! Ну? Кто, что? Где? Кого, чего? Ну, понятно, понятно. Опять это старая школа, да, дедовская? Сейчас это ниндзя будет сзади или не будет? Мы можем, кстати, сделать... Давай сделаем хитро. А сработает ли хитрость-то эта моя? Ну, чикс! Нормулька, кстати, получилось. Очень даже неплохо. Ой, классно. Значит, я успею ведьму вызвать. Ульта погнала. Да, вполне, я призову сейчас ведьму, и все будет чики-пуки, чики-заза. И наяриваем. Кто там? Ой. Сразу же он начинает жабу вызывать. Сразу, ой, жабу, черепаху. Сразу же, моментально просто. Бумс. Еще ее отталкивает, кстати, вы заметили, да? При взрыве, при выпуске снаряда, она еще отлетает. Ну-ка. Вот, ультушка моя нормуль сработала, отлично. Прыгунчик. Офигеть. Такой разруха такая, а. Ниндзя, успокойся, ты против прыгуна, когда он в неистовстве, лучше не влази. Уничтожаем, ребята, тотальное уничтожение замка. Ну тут хорошо получилось. Тут все у нас отлично, ведьма сделала свое грязное дело. Ну что, у нас с вами последняя энергия, я так понимаю, да? Мы ее, естественно, сейчас израсходуем. Так, а здесь у нас прибавляется тот самый маленький копейщик. Ну, грубо говоря, спам. Копейщики — это спамеры. Вот. А у меня кто против спамеров? Естественно, ребята, вот такой дядя. Оп! Куя! Выходит. Так, пошла жара. Угу, пошла и кончилась сразу же. Давай сделаем так. И попробуем вот так вот сделать. Так. Ах ты, ниндзя. Воу, вторая карточка за сегодня от ниндзи. Ну, смотри, как самурай гуляет. Так, что у нас там, ага. Давай ульту применим. Хоп, хоп, хоп. Шик и блеск, по-другому не сказать. Да иди ты отсюда, копейщик ничтожный. Заморозка, плюс ведьма. И все, и каточка пройдена. Наверное, да? Хотя ниндзя сейчас может нам тут такого джазу дать. Она, смотри-ка, метает там икру. Икру метает. Ну? Что ты будешь делать, а? Так. Так, через у нас отражение все сработалось хорошо. Я думаю, что больше здесь никто не появится. А если и появится, то сразу же будет отдупляться. Но если, конечно, вот этот нытик не будет вставать вниз. О, ускорение. Нам просто, ребят, повезло. Да, хотя и без ускорения, и без ураганчика
мы все равно бы разнесли ему базу. Эх, может быть, где-нибудь энергия все-таки откатилась у нас. Хочется допройти, ребята, этот этапчик, но нет. Кстати, ветродуй. Ого, 91 уровня ветродуй. Да, я считаю его одним из сильных, ребята, боссов. Вообще, у меня как идет имбово? Ведьма, потом либо ветродуй, либо термин 9000. И, в принципе... А, нет, нет, еще жнец, ребята. Жнец, конечно же, как же без него. Жнец тоже имбовый босс, поэтому есть смысл, наверное, его когда-нибудь раскачать. Ну что ж, дорогие друзья, энергии больше нету, будем закругляться с вами. Всем большое спасибо за просмотр и увидимся в следующих новых видосиках. Удачи вам!